Чё она пялится? Это потому, что у тебя страшное лицо, Фом. Чё, у меня-то? А? Я же сказал тебе, без глупостей. Я не смог остановить то, что внутри меня. Мне показалось, что во мне течет кровь монстра. Если бы это была кровь монстра, на тебе не осталось бы столько ран. К тому же, таких сильных. Я видел сон о том моменте. И если бы я тогда не подчинился крови монстра, ты бы меня не смог спасти. И я бы просто умер. Это правда. То, что кровь монстра поддерживает тебя, это факт. Однако нельзя полностью подчиниться силе крови. Как только ты потеряешь контроль, ты перестанешь быть охотником. Да. Я поговорил с хозяином этого места. Похоже, что ты можешь оставаться здесь до своего выздоровления. Все будет в порядке, если сильно перевязывать бинтами. Нет, ты будешь выздоравливать здесь. А для верности я оставлю тут Филиппа. Почему меня? Можно было и Фолана оставить. Ну, это потому, что я пугаю ту девчонку. Так что давай, надеемся на тебя. Не трогай мои волосы.